В многофункциональном центре представители общественной палаты продолжают вести прием населения. Сфера ЖКХ, образования, здравоохранения. Члены палаты готовы не только ответить на все вопросы, но и помочь решить многие проблемы. Зампредседателя Совета ветеранов Галина Романова в МФЦ пришла с проблемой более чем серьезной. Я ходатайствую, чтобы в Химкинском районе наконец открыли хоспис. Хотя бы для ветеранов войны. Даже у кого есть дети, они не в состоянии за ними ухаживать так, как это было бы в хосписе. Вот это вот основной у меня сейчас вопрос. Озвученную жителям просьбу записали, информацию передадут в нужное ведомство. По всем вопросам к представителям общественной палаты химчане могут обратиться каждую субботу с 11 до 13 часов в МФЦ по адресу Юбилейный проспект 67А.